У ивановских дорожников жаркий период. Завершены ремонтные работы на улице Шубиных, Фрунзе, Арсения, Постышева и других магистралях. К 1 июля преобразится и улица Кузнецова. Капитально отремонтируют участок от Почтовой до улицы Сахарова. Установят новые дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесут разметку. Кроме того, будут отремонтированы тепловые камеры, а потому движение придется перекрыть от перекрестка Кузнецова-Менделеева до перекрестка Кузнецова-1 Ефимовская. Движение здесь остановится с 18 по 25 июня. Для того, чтобы обеспечить жителям комфортное перемещение в центр, для решения этого вопроса, во-первых, будет открыто двухстороннее движение по улице Красных Зорь на участке от Ленинградской до пересечения с улицей Кузнецова. И второе, будут дополнительно пущены автобусы, потому что здесь будет остановлено движение троллейбуса на этом участке. В течение двух недель подрядчики обещают выполнить эти работы. Другая новость, которая на первых порах, безусловно, вызовет неудобства, это изменение схемы движения в центре города. Нововведения коснутся и работы общественного транспорта. Мы проложили новую линию троллейбусную по улице Почтовой с выходом на улицу Багаева. Поэтому движение троллейбусов будет шляться уже в новом направлении, используя новую линию. Движение транспорта будет перестроено в районе трех ивановских площадей – Пушкина, Революции и Победы. Более подробная информация размещена на сайте городской мэрии. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.